Ну что, эпопея с участком у нас продолжается. Всем привет. День второй. Короче говоря, под травой не видно было, что куча вот этих вот кустарников. Вишня там всякая, что-то там жимолость, смородина. И вот возле них приходится очень долго выкашивать под ними. Сейчас вроде как кустарники закончились. Дело должно пойти быстрее. Так что продолжаем дальше косить, приводить участок в порядок, а дальше будем смотреть, скорее всего, выкорчевывать все эти кусты, груши вот эти, но это уже будем смотреть дальше, после того, как все скосим. Вижу, что мешает леского. Палки-палки. Лес пустой. Ну, все, вроде ничего же не мешает. Давай, о, все, вставилось. Короче, косим. Косим дальше. Короче, ну вот так я за часок покосил, чуть меньше, наверное, даже за полчаса. Думаю, сегодня полдачи точно осилю, потому что работать в день максимум приходится 2-3 часа, потом дела, заботы, работа. Поэтому потихонечку буду выкашивать все. Слава богу, идет, еще раз говорю, без опыта, все сам, поэтому чуть-чуть долго получается. Ладно, пошли дальше косить. Короче, самое главное на покосе, обязательно одевайте очки, либо маску, потому что глазам хана. Смотрите, сколько летит гадости в глаза. Лицо еще выдерживает, а вот глаза надо поберечь. Ладно, пошел я косить дальше, хотя с непривычки спина, конечно, отваливается уже. Ладно, пока передохнем чуть-чуть. Я еще немного поснимаю. Короче, ситуация такая, что этих кустов все больше и больше. Как для дачников, может, это и хорошо, но мне они и даром не нужны. Во-первых, выкашивать вокруг них тяжеловато, постоянно леска бьется об эти кусты. Во-вторых, это все надо будет выкорчевывать. Вот эти груши какие-то или сливы, что это столетние. Тут какая-то пальма, что это такое? Посадил какой-то, даже не знаю, что это такое. Ну, короче говоря, все это надо будет выкорчевывать, приводить все это в порядок, выравнивать. Плюс вот эти грядки все, их тоже в траве не видно, в них постоянно леска бьется. Надо будет все убирать и выравнивать участок. Есть у меня культиватор. Я у старого хозяина купил, кстати, вот эту хускварну. В магазине она 28, я у него за 5 купил. И культиватор такой среднего размера. Будем пробовать сначала сами перепахивать, тут все выравнивать им. Но если не получится, тогда уже будем заказывать миник. Короче, кому интересно, следите, что тут у меня будет дальше. Планов-то очень много, а как они все осуществятся, большой вопрос. Потому что на данный момент финансов нету. Вкладываться будем по чуть-чуть с каждой зарплаты, с отпускных, не отпускных, плюс что-нибудь, может, продадим, перепродадим. Короче, купил я себе развлечение. И вот, короче говоря, следите. Пишите, кто что думает, кто что, может, подскажет. Все буду слушать, читать. Потому что, еще раз повторюсь, сам без опыта взялся, грубо говоря, игрушку. Короче, нашел я тут на участке клад. Целая грядка лука. Сейчас мы его весь соберем на зиму. Этот старый хозяин обо мне побеспокоился. Так что соберем лучка, заморозим на зиму. Все, собрал я весь лук. Вышло 3 пакета вот таких с той грядочки. Грядочка очистилась. Так что все, родителям и нам на зиму сейчас приедем, помоем, порежем да заморозим.
будем лучок добавлять. Короче говоря, в чем минус данного триммера Husqvarna 129LK? Это очень маленький бак для топлива. Влазит в него всего грамм 300. Вот это единственный минус пока, который я обнаружил в данной модели. Не, ну что-то у нас вырисовывается уже. Что-то более-менее приличное. Но это только четверть участка. Короче, еще пахать и пахать. Точнее, косить и косить. Блин, нафиг я взял эти 10 соток. Вот, пожалуйста, 3 сотки. Все, ну не надо мне больше. Домик, беседка, заезд под машину. Все, блин. Хана тут, короче. Ну что же, снимаю с того же места, откуда начал утром. Вот так я сегодня поработал. 2,5, где-то 3 часа. Я покосил. Уже вырисовывается участочек. Все, до забора и вокруг домика обкосил. Вот такой у нас участочек. Теперь остается за теплицей, но там уже где-то треть. Также часа на 3 осталось повозюкаться. И все, участок будет уже выкошен. Можно будет думать, планировать, начинать его уборку. Эти грядки, доски, штыри все убирать. Кустарники сухие все будем топить в бочках. Как раз и шашлычок где-нибудь здесь под деревьями поставим. Столики, мангальчик, стульчики. И можно будет заниматься уборкой участка. Так что вот так я сегодня поработал. Все. Всем, кому интересно, что будет дальше с этим участком, подписывайтесь. Будем вместе наблюдать.